Здравия и процветания. Данное видео продолжает тему «Мистическая Одесса», и в каком-то смысле можно сказать, что это первое видео, в котором я постараюсь подвести некоторые итоги того, что, собственно, на протяжении последних лет мне удалось обнаружить в Одессе, именно на зданиях, именно имеющие ведический смысл. Напоминаю, что на моем канале уже есть ряд видео на эту тему. Во-первых, это были осмотры с так называемой старой Одессы, где присутствует грифон, где присутствует фонтан, где присутствует ряд других интересностей. Там я снимал некоторые записи, то есть там я кое-что снимал с Леонидом Кубицким. Но это можно найти на моем канале и на совместном канале с Леонидом Кубицким. В принципе, что касается Одесского археологического музея, именно в плане архитектуры, именно с внешней стороны. Также на протяжении разных лет, и вводя людей в этот музей, показывая им то, что, собственно, присутствует в музее, я периодически именно акцентировал внимание и на самом здании. В какой-то степени это касается и Одесского краеведческого, историко-краеведческого музея. Там также есть очень много древней и важной символики. Хоть само здание далеко не древнее. Его-то и старинным можно назвать с натяжкой. Но так или иначе, символика именно что называется древняя и даже очень древняя, несмотря на относительную молодость самого здания. Также, в принципе, что касается мэрии, допустим, на Одесском городском совете, на мэрии присутствует изображение Гермеса и присутствует изображение Афродиты. И надо сказать, что на мэрии, вот прошу обратить ваше внимание, именно на мэрии, это чисто в греческом стиле. Понимаете, по Одесской мэрии есть некая символика, которая присутствует сверху, ближе уже уходя под свод крыши здания. Но сами изображения Афродиты и Гермеса чисто в греческом стиле. Тут у меня никаких претензий на славянскость данных изображений нет. Снова, что касается Одесского оперного театра, эпизодически на нем попадается некоторая ведическая символика. Именно что называется эпизодически. Но она не имеет целостной своей структуры. И часто эта символика немного, а иногда даже и очень много искаженного. Более-менее чистыми образцами являются, например, те, которые у светильников возле входа в Одесский оперный театр. И в сравнении с оперным театром более интересно даже здание, которое присутствует рядом с ним. На этом здании, если, к примеру, идти от археологического музея в сторону оперного театра и смотреть дальше, то на этом здании сверху видно изображение Стребога, известного также как Осирис в египетской мифологии, и по обе стороны от него Славуния, она же Исида в греческой в египетской мифологии, или Рея в греческой мифологии. И с другой стороны присутствует Дива, она же Нефтида в египетской мифологии, и она же Гера в греческой мифологии. Дело в том, что хоть у Стребога была всего лишь жена Славуния, но Дива также родила от него одного сына, поэтому данная троица имеет право быть. Вообще, на этом здании очень много символики, и верхнее круглое окно в неком пирамидальном своде здесь также имеет как раз в себе ведические идеи солнца над пирамидой из солнечных лучей. Общая символика здания в качестве четырех колонн
намекает на Алатара, на вселенское образование, в котором находится все остальное. И в самой вязи можно найти еще очень многое. В самом же низу здания присутствует изображение четырех сыновей Гора, Хорса. Они известны также в славянской и в египетской традиции. Здесь над их головами присутствует стилизированное изображение знака Алатара, известного в греческой мифологии как жезл Кадуций, который приписывается как некий атрибут Гермеса. И смотрите, как интересно. Вот мы рассмотрели эти здания, однако от них, от того, что в принципе общепринято, что да, это в центре, можно перейти, к примеру, к памятнику Пушкина. Казалось бы, ну Пушкин сам по себе, ну и что? А вот ничего. Сам-то он по себе может быть и ничего, но его памятник сделан также в виде ведического символа. Например, сам памятник находится в неком круглом периметре, в который в центр ведет четыре дорожки. И получается также как бы четыре таких клумбы в этом периметре. То есть, по сути дела, получается четыре участка земли, разделенных четырьмя проходами. Но это явная ратайская символика, явная символика креста в круге. Дальше. Сам памятник Пушкина находится на неком постаменте. Постамент имеет четырехугольную, четырехгранную форму. И, по сути дела, это некая модификация обелиска. Такого, который известный как египетский обелиск, который имели моду устанавливать в Европе, привозя с Египта. И это вообще, поскольку обелиски и раньше в Европе использовались, то это отдельная история. Но, по сути дела, это обелиск, несколько модифицированный, где с одной стороны написано, что это памятник Пушкину, с другой стороны написано дата возведения. И по четырем сторонам этой четырехгранной основы присутствует изображение четырех стилизированных дельфинов над четырьмя чашами. Это явная символика Ал-Атарра, то есть вселенского столба, в котором присутствует все мироздание. Дальше все вот это находится на неком ступенчато-пирамидальном постаменте, что также, сами понимаете, имеет древние прототипы, в частности, в архитектуре пирамид и зиккуратов, которые присутствуют по всей земле. По всей земле. Это не только Египет, это не только Месопотамия, это и Мексика, это и Китай, это и Босния, это и те или иные храмы даже в Скандинавии, и на Руси, и в Индии. Как бы сложнее сказать, где этого не было. Но не было это там, где не было ведической традиции культуры, где не было архитектуры, где были просто шалаши, вигвамы, юрты и всякое такое. Вот там этого не было. В остальных местах это было. Можно вернуться, к примеру, и на улицу Дерибасовская, на которой также на ряде зданий есть та или иная заимствованная, скомпилированная, неправильно используемая, та или иная. Я не говорю, что очень чистая, не говорю, что очень такая вся из себя хорошая. Та или иная, но ведическая символика. Однако на одном здании ведической символики, пожалуй, больше, чем в некоторых, так сказать, новоиспеченных ведах, которые пишут некоторые современные, так сказать, отцы-основатели новых, так сказать, славянских религий. И что интересно, на этом здании, по сути дела, в основном это изображение Гермеса и изображение Афродиты. Да простят меня боги. Поскольку это, если приводить некую аналогию с греческой иконографией. По сути же дела, это изображение Ра и изображение Рады. Ра изображается крылоглавым, Ра изображается солнечным знаком на лбу,
Рада изображается в окружении неких священных растительных орнаментов и с изображением двух противостоящих животных. Как видим, принципиально, что на мэрии, что на этой гостинице, изображены те же самые личности. Просто на мэрии они изображены именно в греческом стиле, на этой гостинице они изображены в традиционном славянском ведическом стиле. Вы можете много чего говорить, но это не греческий стиль. Понимаете, вот объясните мне, как это так? Если это греческий стиль, объясните, вот, что это греческий. Дайте греческие прототипы, как бы, иначе следует признать, что это наш стиль. Например, в своих книгах я привожу сравнение параметров, привожу сравнение этих изображений как с греческими изображениями Гермеса, которые есть на зданиях Одессы, их много. Они есть и в археологическом музее, и это именно в греческом стиле изображение Гермеса. Нет проблем, нет претензий. Но это имеет параллель и с ретринской иконографией, и с скандинавской иконографией, и даже с египетской, иранской и индийской, если уж так проводить параллели. Но в традиционной греческой иконографии крылья именно на шлеме Гермеса. Тут никакого, никакейшего, ни малейшего шлема Гермеса нет. Тут на его священном челе ачелье, по центру которого солнечный камень, и крылья растут то ли от ачелья, то ли от головы, но никак не от какого шлема, как в греческой иконографии. И версия иконограмм Рады, которая присутствует на этом здании, также никак, ну при любой натяжке, перетяжке, затяжке или как бы тут ни придумывать, ну никак, не просто нельзя даже подумать, выдать это за греческую иконографию. Это традиционная наша славянская ведическая иконография. На так называемом пассаже в Одессе присутствует также изображение много чего, даже очень много чего. Но вот на самом пассаже ведического как раз очень и очень мало. И вообще, я высказываю некое даже сомнение, что это ведическое, поскольку даже если оно бралось за основу с ведических прототипов, но оно настолько уже все искажено, что, извините, но это не ведическая иконография, это не ведическая архитектура. Например, хоть можно видеть там изображение с одной стороны мужской, с другой женской фигуры, и можно и по спиралям, по всему соотнести это, к примеру, с Тифоном и Тифанидой. Можно. Но как бы тут столько других разных элементов, не свойственных ведической иконографии, что вот конкретно что касается пассажа, его ведическость я никак не утверждаю, не намекаю и даже, возможно, буду спорить, если кто будет подобное утверждать. Поскольку хоть некий отдаленный звон чего-то ведического тут и имеется, но чистота уже потеряна, чистота наглухо потеряна. Но есть, например, здания, где присутствуют и львиные гербы, от которых идут спирали традиционные для иконограмм Рады, а в другом месте там же присутствуют изображения солнца в специальной арке. Кстати, есть в Одессе и изображение крылатой змеиногой Рады. Они присутствуют и на том же самом краеведческом музее, и, допустим, на улице Жуковского, 14, присутствуют иконографические композиции, символизм которых вообще тянется с глубочайшей древности. С глубочайшей именно трипольской, скифской древности.
Что касается, допустим, если возвращаться к зданию историко-краеведческого музея, то на нем присутствует и ряд других важных и нужных для осмысления иконографических композиций. Например, присутствует изображение ара рода в неком своде некой арки, под которой присутствует символическое отображение сварги. Также на балконах этого здания решетка этих балконов сплетена так, что там присутствуют знаки трехславной ратаи. Это своеобразного креста в круге, креста, состоящего из четырех своеобразных геральдических лилий, если как бы говорить современной терминологией. Ну, конечно же, присутствуют там и акротерии, присутствуют и много всего другого, но извиняюсь за многократную, многолетнюю задержку, но это все я буду рассматривать в отдельном видео, которое я посвящу именно Одесскому краеведческому музею. Если же мы вернемся сейчас к Жуковского 14, то мы увидим, что там на здании, кроме изображений Рады, там присутствуют и другие изображения, которые также важны и нужны в контексте наших исследований. Например, присутствует изображение Гермеса, голова которого сделана именно в греческом стиле. Снова, никаких претензий в греческом стиле. Факт. Но присмотритесь, над чем он. Он изображен над неким столбом, состоящим из разнообразных витков растительного орнамента. Прекрасно, это я советую запомнить и постараться соотнести, поскольку в Одессе есть еще несколько зданий, на которых присутствуют подобные элементы. Присутствуют. И, например, одно из таких зданий – это музей западного и восточного искусства, на котором венчает композицию уже не голова Гермеса, а изображение птаха. Тут снова можно вспомнить, допустим, спинку шкафа одного из экспонатов во Львовском музее этнографии и художественного искусства. Тут можно вспомнить много чего другого, но по сути дела, вот эта сложная растительная такая композиция – это отображение символизма Алатарра, мирового древа, мирового столба, мировой горы, мировой оси, из которой растут миры, мироздания, на вершине которого присутствует Всевышний Ра, которого можно изображать в виде солнца или в виде птаха. Ну или, соответственно, поскольку Гермес – это также некая поздняя греческая искаженная версия понимания того же Всевышнего Ра, то, по сути дела, ну все как положено. И если снова мы возвращаемся на Жуковского 14, то там рядом присутствует еще одно интересное изображение, которая, возможно, является изображением Ра, возможно, является изображением бога морей, от которого в обе стороны расходятся своеобразные спирали. Этот вопрос еще требует изучения, поскольку тут не все так однозначно. Возможно, даже это искаженная форма изображения Зеленбога. И, кстати, присмотритесь на вот этом здании, которое практически никому не нужно. Посмотрите на этот аварийный балкон. Ну, на все это посмотрите. Просто мне стыдно, что мне приходится приводить вам древнее наследие в таком состоянии. А стыдно должно быть не мне, а администрации нашего города. Нашего замечательного города, наследие которого пылится и разрушается. Присмотритесь к акротериям, пока они еще не отвалились. Это древнее наследие, очень древнее.
Например, в Одесском археологическом музее присутствуют старинные предметы, которым более 2000 лет, на которых присутствуют точно такие же критерии. И, к счастью, тех предметов, к сожалению, по этому зданию, они в лучшем состоянии, несмотря на то, что им 2000 лет. Идем дальше. Возвращаясь к гостинице, напоминаю, как бы, что та иконография, которая на ней, совмещает в себе иконографию ведическую, разных ее вариантов. И, по сути дела, это местная наша, именно, можно сказать, некий одесский даже стиль, совместивший разные версии ведической иконографии, но не греческую. И на самой гостинице преобладают изображения Ра в виде крылоголового бога и изображения Рады. Но в Одессе есть другое здание, также архитектурный памятник, также, не скажу снова, что очень древнее, но староватое здание. На этом здании присутствует совместная иконографическая композиция, объединяющая в себе особенности как иконограмм Ра, так и иконограмм Рады. Крылья от иконограмм Ра, священная вязь от иконограмм Рады и цветы тоже от иконограмм Рады. На этом здании присутствуют две арки, над которыми присутствуют изображения, совмещающие в себе особенности изображений Ра и Рады. И именно по нумерологическим соображениям мне удалось определить, какое из них является изображением Ра, а какое является изображением Рады. Также там присутствуют другие божественные изображения и символы, связанные с символикой трех стихий – Прави, Яви и Нави, ну и ряд другой важной символики. Еще прошу обратить ваше внимание, что даже ворота этого здания имеют ведическую символику. Присмотритесь к этим огненным тризубам и своеобразным буквам «Ж», а также стрелообразным рунам вверх. И если понимаете некие стрелки, стрелообразные такие элементы, еще можете сказать, что это просто как бы, ну, так делается для, ну, для того, чтобы никто не перелез, чтобы покололся, закололся, если попытается перелезть. Ладно, как бы, можно такое объяснение принять. А вот присмотритесь к вот этим к элементам, которых присутствует здесь в общей сложности 9. Это важное ведическое число. 9 элементов, которые, по сути дела, являются буквами Ж. И дальше 2 тризубообразных знака. И смотрим, на самом здании у нас также 2 бога, точнее, бог и богиня, все бог и все богини, Ра и Рада. То есть, как бы, тризуб князя и тризуб княгини. Князя и княгини мироздания. Все сходится, то есть именно вот эти ворота делались со смыслом и подходят этому зданию идеально. Это также важный элемент. Например, есть и другие случаи, где на воротах присутствует ведическая символика. К примеру, вот сверху присутствует лев на своде арки ворот. И на дверцах ворот также львы. По сути дела, 3 льва, как 3 ипостаси солнца. Кроме того, каждое из изображений львов в неком своеобразном кресте в круге. А также здесь есть точка в круге или круг в круге. То есть это ратайская и солнечная символика. Причем однозначная. Вот есть изображение птаха на одном из зданий. Много вообще чего есть. Есть снова изображение богов, снова вязь, изображение Тифона и Тифониды,
По сути дела, хоть меня некоторые обвиняют, что я занимаюсь только Одессой и не занимаюсь их городами, но по сути дела я даже Одессой еще не занялся. Например, тот же дом ученых, его арки, в его сводах, там просто уйма символики, и по нему я реально могу писать отдельную книгу. Есть и другие здания с ведической символикой, и на каждом из этих зданий много изображений. По-хорошему, чтобы быть убедительным, чтобы именно не просить вас поверить мне и не заставлять вас самостоятельно проводить серьезное символоведческое историческое исследование, мне нужно написать большой такой том, где будут присутствовать данные, ссылки на труды ученых, где будут присутствовать фотографии разнообразных прототипов, разных изображений богов, подтвержденных изображений богов и так далее и тому подобное. Это огромный труд, на который мне нужны силы, на который мне нужны средства финансовые, технические, человеческие средства. Поскольку я понимаю, что то, что я вот сейчас даже вам объясняю, это ничего. Вот давайте пройдемся по улице Базарная. Казалось бы, вообще базарная улица, базарная баба, это должно звучать чуть ли не как ругательство. Но с другой стороны, не важно, как улицу назвать, ну или важно в другом контексте. А в моем контексте важно именно, что на улице изображено. Смотрим, вот одно из зданий. Сверху изображение. Снова ведическая символика. Ведическая символика изображения Ра, вероятнее всего. Внизу изображение льва. Вниз от изображения льва символ триединства. Дальше над львом, над одними окнами под другими, изображение своеобразных раковин, цветков, символов рассвета. Идем дальше. На здании символ священного древа миров, собственно, древа жизни. Присмотритесь, если вы это изображение постараетесь изобразить схематично, у вас по центру получится палка, и по обе стороны некие такие две палки, одна в другую уходящая. По сути дела, буква Ж. Но посмотрите, она здесь изображена именно в ведическом стиле, именно с ведической символикой. Изображает и три солнца, и четыре стихии, исходящие из единого центра, и символику триединства, еще много чего. Это именно ведическая символика с ведическим знанием, по каждой завитушке которого можно снова отдельно вести рассказ. На что мне также нужно время, сила и ваша помощь. В частности, в распространении видеозаписи. Идем дальше. Видим, что это дом снова, имеющий свою историю, даже не только в плане моих исследований, но и другую. А вот у нас балкон. На балконе снова ведическая символика. Вот снова изображение. Снова изображение. Тут мне сложно сказать, изображение Ра или Рады. Возможно, как раз, что это и есть изображение Рады по атрибутике. В любом случае, это ведическая символика. Изображение священного льва. Вот, допустим, у нас присутствует под одним окном такой вот символ триединства. Или трех солнц, если хотите. Или солнце в трех ипостасях. Но это ведические концепции, это ведическая символика. Понимаете, случайно так изобразить нельзя. Люди, которые это изображали, даже если сами уже не понимали, они копировали с древних прототипов. Они, возводя это здание, оформляя его, делали, как бы пытаясь воспроизвести то, что было в их силах, и то, что они могли найти лучшего в древних прототипах. Поэтому так или иначе, вот и передалась ведическая символика. Вот снова изображение. Сложно сказать, Ра или Рады, поскольку оно многократно уже окрашивалось, перекрашивалось. Возможно, Рады, как валькирии,
Сложно сказать. Но это тоже нужно изучать. По сути дела, это не то, что я не могу определить. Это то, что мне нужно сравнить с кучей разных древних прототипов. Мне нужно почитать описание. Возможно, найти аж именно описания, которые сохранились от архитектора, который это возводил, все оформлял. И все это максимально сравнить. Поскольку просто вот так внешний взгляд, он дает только то, что видно. А, например, архитектор мог... думать об одном, как бы писать, что он возводит одно, а брать, черпать вдохновение и прототипы с другого. И все это тоже накладывает сложности на финальное определение, кто здесь изображен. Вот, пожалуйста, лев. Лев, солнцебог, световид. С двух сторон от него священные роги изобилия, обращенные вниз на окна как раз людей, живущих в этом здании. То есть это благословение такое. Благословение людям, которые там живут, люди, которые проходят внизу под этим зданием, и человеку, который может это увидеть. Ну и также это трезубообразная символика. Снова геральдическая символика, полуразбитая. Так и совесть того, кто допускает такое состояние старинных зданий Одессы. Вот, пожалуйста, изображение то ли Зеленбога, то ли одного из богов растительности данной местности. Понимаете, вот, чтобы было понятно, что я это не придумываю, вот видно, что здание является памятником архитектуры. Тоже, как видите, это одно из старинных, так или иначе, зданий. Лев. Присмотритесь, какая интересная, какой интересный свод ворот тут. Явная солнечная символика, причем сложная символика, и с идеей Белобога и Чернобога, и с идеями Сварги, и с идеями других богов. Тоже это все нужно отдельно распутывать, и есть что об этом сказать. Есть, и даже очень много чего. Но пока мы просто проходим. Вот цветок, который идет вниз от головы льва, снова с символикой триединства. Пожалуйста, богиня, вокруг которой ведическая символика. И еще смотрите, внизу под ней изображение головы льва. Снова, как вам Дурга-Деви, ездящая на льве, как вам Иштар, ездящая на льве, как вам, соответственно, Сехмет с головой льва, как вам имя Макош. Вот, пожалуйста, та же идея. Вот снова символика солнечного триединства и другая символика под окнами. Тут уже это все многократно реставрировали при реставрации. Поискажали, но все равно можно, если захотеть, проискать и по старым фотографиям, и даже потому, что есть, провести исследования. Слава богам, хоть что-то еще осталось. Снова божественные изображения. Вот, пожалуйста, снова изображение растительного бога. Изображение льва, источающего две спирали в обе стороны. Тифона и Тифониду. Над ним символ Солнца в священной пирамиде и в самом верху упрощенная версия кратерия. По бокам в неких квадратах, как буквы Х, по сути дела это также символы разделения Сварги. Вот снова Птах, Солнце-бог. Можете по Египту проискать в ракушке или под сводом некой пальмы. Изображение Птаха там присутствует, изображалось и древними египтянами, и коптами. А вот это наше. Снова изображение Ра или Рабы. Снова тут, очевидно, уже перекроили много всего, но по идее вместо некого вот этого зубца здесь должно было быть изображение Ра или Рады, или некий герб. Возможно, или герб кому-то не понравился, или изображение решили сбить, чтобы не объяснять. Снова изображение Ра. Вон там некие драконообразные существа. Практически такие же, как поддерживают светильники возле входа в Одесский историко-краеведческий музей. Снова как бы и корона в виде акротерия, и сверху ведическая символика, и по бокам ведическая солнечная символика. Тут как бы и говорить... С одной стороны, не о чем, и так понятно, что ведическое. С другой стороны, можно часами или днями все это разбирая, проводя историко-археологические, культурологические и прочие параллели. Вот, пожалуйста, снова изображение Ра именно с крылатой головой. Снова, это не изображение Гермеса. Вот изображение Гермеса. Вот, смотрите, есть член, все как положено. Смотрите снова,
Это не изображение Гермеса. Как видите, нет шлема. Есть некая прическа, возможно, есть некая тиара, непонятно. И от головы растут крылья. Это ведическая иконография. Скорее всего, был изначально некий герб, его или сбили и поставили некую надпись. Но в конце концов это настолько уже заштукатурили, что только смутное очертание осталось. Снова изображение Ра, внизу солнечный знак Ра. Снова видим сверху как бы жизненный символ с двумя спиралями. Тут солнечный знак триединства под ним. Однозначный солнечный знак, растительно-триединные знаки по обе стороны. Спирали, исходящие от солнечного знака. Этот не просто солнечный знак, это своеобразное крылатое солнце также. Вот, пожалуйста, изображение Ра. Вот, снова, пожалуйста, изображение Ра, левоглава. Знак рассвета под ним. Также двойной растительный орнамент по обе стороны. Знаки плодородия. Знак трехславной Ратаи. По обе стороны изображение неких богов или предков. С тем, что это изображение Ра, можно не совсем согласиться. Но здесь как? Здесь может быть, поскольку иконографически, если бы оно было в одном варианте, или если бы оно было центром композиции, я бы сказал однозначно изображение Ра. Поскольку здесь это просто как такие повторяющиеся элементы, это не может быть изображение Ра, поскольку тогда нужно было бы их связать в некую идею многопроявности. Поэтому или архитектор-оформитель уже не совсем понимал, что к чему, или все-таки это не изображение Ра, тоже требует изучения. Однозначный солнечный знак. Лев как центр некого триединства, солнечного триединства. Изображение Рады со спиралями, отходящими от нее. Сверху знак многопроявности солнечной. Изображение тоже Рады как поддерживательницы мирового порядка. По обе стороны от нее две колонны, как по центру Рада в своей изначальной форме, как правь. Две колонны, как явь и навь. Вот два неких персонажа. Ангелочка по обе стороны от солнечного знака. По сути дела, Истанбог и Числобог по обе стороны от солнца, от знака Ра. Можно, конечно же, тут вспомнить и нашу замечательную библиотеку. На ней множество ведической символики однозначной. Тут нечего как бы говорить, нечего спорить. Это не подлежит никакому сомнению. Единственное, что ее однозначно причислить к чисто славянской нельзя. Здесь некий такой уже славяно-греко-европейский микс. И мне многократно попадались люди, которые приходили ко мне изучать древнее наследие. И они такие: ну давай нам уже доски древние. А я им говорю: ну вы сначала в обычную библиотеку сходите и обычные книги начните как бы читать. Знаете, о таком процессе чуть-чуть. И получается, что у многих нынешних людей какая-то такая фобия, что ли сказать, относительно изучения вот серьезных каких-то объемных трудов, там, где книга большая, там, где это не маленькая какая-нибудь статейка, а там, где нужно это все анализировать, осмыслять, так или иначе, приводятся разные научные данные, разные исследования, есть над чем подумать, люди этого всего боятся. И это как раз огромный такой минус нынешних людей, и это как раз реальное свидетельство инволюции человеческого мышления. Однако, сейчас в большей степени я буду говорить о самом здании библиотеки имени Горького, которая находится в городе Одессе. Соответственно, я не сильно буду рассказывать, как к ней добраться, поскольку если вы разумные люди, вы должны научиться или уже умеете пользоваться картами Гугла и, соответственно, по данным картам определить, где она находится и так далее. Однако, многие вот из нынешних, вот как бы это постсоветское поколение, дальше уже поколение, которое пошло после того поколения, как бы получается и у советских людей, у советских в какой-то степени это было еще больше, хоть с другой стороны еще кое-что старое сохранялось. Однако, вот фактически после революции в Российской империи, когда по всей Российской империи и, к сожалению, и по Украине
прокачивались волны уничтожения понимающих людей, лучших людей. И, как правило, выживали или самые-самые лучшие, но их потом расстреливали. Или выживали просто ничтожные, которые где-то отсиживались, и, соответственно, они ничего не знали, ничего не изучали, ничего из нужного не хотели, и как бы вот кое-как так выжили, размножились, и такое же потомство и дали. Это все, конечно же, привело к тому, что сейчас, допустим, в Одессе, большинство людей, ходя по улицам Одессы, не знают, что изображено на зданиях Одессы. И если им задать такой вопрос с подвохом, как вы думаете, это что-нибудь означает или это просто символика? Многие из них, не задумываясь, скажут, это просто символика. Хоть даже само слово символика означает, что эти графические формы что-то символизируют, то есть что-то обозначают. По сути дела, когда я такой вопрос задаю, я его задаю для проверки людей, насколько они понимают, что они слышат и что они говорят. Поскольку понятно, что символы, они все делались изначально с значением. И да, можно, и, ну, к сожалению, не то чтобы можно, однако есть такие примеры, когда символы используют не по назначению. Или по вторичному назначению, третичному, еще какому-нибудь побочному назначению. Однако, прошу просто присмотреться к зданию библиотеки Горького. Присмотреться к тем изображениям, к тем знакам, к тем символам, которые на ней воспроизведены. Вообще, тут можно еще начать осмыслять триединство в симметрии самого здания. И это также очень важный нюанс. Поскольку есть как бы центральная часть и две боковые. По сути дела, ее фасад является также знаком трайсуба, если разбираться. Однако, давайте пока просто по символике. Там есть акротерии, там есть священные спирали, там есть изображение богов и богинь. Всего этого много и даже больше, чем много, и оно встречается на многих зданиях на улицах Одессы. Однако вот таких мест, где в одном месте собраны и акротерии, и спирали, и меандровые орнаменты, и третья, и десятая, таких мест в Одессе не так уж и много. Можно найти всего лишь, ну, зданий 5. С той или иной концентрацией подобной символики. И при этом Одесский оперный театр не в их числе, поскольку на Одесском оперном театре часто идет подражание древней символики уже без понимания ее значения. Часто без понимания ее значения и иногда с эпизодическими некими прояснениями, просветлениями, скажем так. Но на библиотеке все наоборот. На библиотеке именно и ее планировка, и вообще, если еще ее внутри осматривать, и будучи внутри, представлять помещение, допустим, как если бы из него убрать все лишнее и оценивать само помещение, и ходить там по разным этажам, думать, а как если бы убрать это. То есть вот снова, как вопрос с чтением больших книг, так и вопрос с осмыслением таких объемных вопросов, он требует усилий сознания. И тут для того, чтобы понять весь смысл, всю глубину того, как это только можно сделать в плане этого здания, нужно его изучать и снутри, и снаружи. И нужно изучать еще и сверху, нужно изучать еще и старые фотографии. Однако я вот пока просто предоставляю некоторые элементы этого. И можно сходить в Одесский археологический музей, осмотреть на старинных предметах прототипы всех этих орнаментов, прототипы и меандровых орнаментов, прототипы и акротериев, прототипы и спиралей, прототипы и изображений богов, прототипы и львиной, и солнечной, и другой символики. Все это в Одесском археологическом музее есть, и тем предметам более 2000 лет. Если говорить о трипольских предметах, там это все уже вообще старое-старое. Если говорить о предметах Киевской Руси, чуть моложе. Но, смотрите, тем предметам десятки столетий. Что касается архитектуры Одессы, ей в общем
около 2 столетий. Как видим, есть некая временная пропасть. Однако, это не временная пропасть, поскольку преемственность была. О том, где, как эта преемственность происходила, рассказывается в других моих видеозаписях, посвященных истории археологии на моем канале. Однако сюда не принесли как бы это тоже с нуля. Преемственность и здесь была. И нельзя представлять, что просто кто-то именно с археологических прототипов решил скопировать это на здание Одессы. Это совершенно неверно. Поскольку можно смотреть старую архитектуру и Киева, и Москвы, и Петербурга, и Варшавы, конечно же, Львова и так далее. И сравнивая это, будет понятно, что эти элементы никуда не исчезали. Однако наличие их и в глубокой древности, и в относительно недавнем прошлом показывает не некую общую стройность данной традиции. И если еще глубиннее изучать разные элементы, то станет понятно, что это тоже своеобразный язык. Своеобразный язык, также пересказывающий знания о мироздании. И я советую задуматься над этими вопросами. Если у вас есть свои наработки по изучению архитектуры, по изучению символики на зданиях, прошу присоединяться к моему начинанию. Если, соответственно, вы считаете, что я в чем-то неправ. Если ваша претензия не ограничивается одним или двумя словами, то, пожалуйста, опишите ее. Если же ваша претензия всего лишь в одном или в двух словах, не стоит писать. Как правило, разумную мысль в одно или несколько слов не стиснуть. А глупые мысли, их и так сейчас в пространстве витает очень много, к сожалению. И помните о главном, помните о важном. Вот, пожалуйста, присутствует изображение Рады Прави, от которой сверху знак Прави, Яви и Нави на одном из зданий. Да, по сути, много символики. По сути дела, то, что я сейчас привел, понимаете, я все привести не могу. Просто времени не хватит, силы не хватит и ничего не хватит. Вот, пожалуйста, еще сверху одно изображение Рады на одном из зданий. Те же самые львы, которых в Одессе множество. Можно, например, пройтись по улице Пушкинская, можно пройтись по Ришельевской. Символики много, символики просто много. Просто на каждой из старых улиц, вот именно старой, центральной как бы Одессы, там множество символики. Я уже не говорю про огромную статую Одина, которая совершенно очевидно присутствует в Одессе. Это все также отдельно нужно освещать. У меня одни руки. И хоть я сотрудничаю как бы с Леонидом Кубицким в этом плане, но по сути дела именно в плане историко-археологических изысканий, в плане фотографии, в плане видеоредактирования и конечном доведении до вас этой информации я один. У меня нет финансирования ни государственного, ни какого-то альтернативного. Фактически я это из своих кишок, из последних сил, из чего уже нету, все равно стараюсь выдавить последние какие-то ресурсы, чтобы, соответственно, это все сделать и до вас довести информацию. Конечно, да, я так могу еще много времени это делать, но если бы вы активно подключались и помогали мне этим заниматься, помогали реально распространять, возможно, по моему заданию ходили бы и делали бы фотографии, возможно, временно или как предоставляли бы технику, поскольку часть изображений на вторых этажах, на третьих этажах и так далее, часть просто до них, если снизу здание подходить, то оно плохо получается, если с противоположной стороны улицы, то получается, соответственно, ветви деревьев перекрывают это все, и провода, и все остальное. Даже с тем, чтобы подобраться, нужно стараться, нужно просто постоянно, это не работа одного дня, понимаете? Вот даже то все, что я сейчас перерассказал, при этом, что вот снова же, я ходил, к примеру, по Пушкинской, по Ришельевской, и все снимал, что там есть. И также по каждому отдельному предмету можно говорить и говорить. Я это сейчас просто как бы говорю. Я вставлю ряд фотографий, типа вот Пушкинская, вот Ришельевская. Но это неправильный подход. Это ужасно неправильный подход. И нужно по каждой из этих улиц, по каждому из зданий, нужно и справки в архивах наводить обо всем этом деле. И без вашей помощи у меня это просто может отнять десятилетия.
В конце концов, как бы мне все равно, даже если сейчас нет осознанных людей, и они просто не считают для себя нужным помогать в сохранении знаний о нашей реальной истории, если они считают, что они могут жить в городе, и им все равно, что там изображено, а в случае войны, ведь понимаете, вот сейчас Донецк, Луганск, там уже я не знаю, что останется. Я не знаю, останутся ли фотографии, останутся ли чертежи, и восстановят ли так, как было, и вообще ли восстановят. Или пока там вот такая ситуация, построят какие-то здания, которые потом не захотят сносить, или как. Я не знаю, понимаете. Но в любом случае, лучше зафиксировать то, что есть, пока это не разрушено. И, конечно, если не случится какая-то в Одессе война и не разрушатся эти здания, то пройдет десятилетие, я сделаю хорошие качественные книги, качественные фильмы и пройдусь по каждому отдельному предмету, приведу кучу параллелей с музеев и откуда только смогу найти, и все это предоставлю как бы общественности. Но тогда общественность будет недостойна того, что я предоставлю. Это правда. Поскольку тогда получается, что общественности самой-то это не надо. Но даже на таких условиях я готов все равно этим заниматься, поскольку это нужно мне. И мне в следующих моих инкарнациях будет интересно и полезно с этим ознакомиться. Если у вас также есть разум, если вы также понимаете ценность всего этого, реальную ценность. А ведь смотрите, какая лепка, какое все. Неужели вы думаете, что древние были идиотами и просто от нечего делать это все дело? Или для красоты? Да, позднее уже при Российской империи много чего из этого делалось именно для красоты. И под шумок для красоты для империи многие именно знающие люди могли воспроизвести древнюю символику, чтобы сохранить ее и передать поколению. Но изначально в глубокой древности, когда прототипы всего этого только складывались, это делалось никак не для красоты, это делалось никак не для престижа, это делалось для того, чтобы сохранять ведическое знание, реальное знание о мироздании. Поскольку, ну, что, вот смотрите, вы можете просто в интернете провести исследование относительно того, как уже современные ученые заикаются о том, что наша реальность может быть нереальна. Пока это на правах теории и как бы считается это новой прогрессивной научной идеей. Какая новая? К хренам собачьим. Никакая это не новая идея. Эта идея уже очень старая, и она как факт один из краеугольных камней основ признавалась, к примеру, в гностицизме, в буддизме и в ряде других древних философских течений. Даже названия атомов, которые для нынешней науки были открыты относительно недавно, но даже само их название не новое, а взято из трудов греческих философов, которые в свое время брали из более древних источников. Например, реальное знание, вот как знание, как конкретное уже доказанное знание о наличии планет вне нашей Солнечной системы, появились только недавно, с развитием телескопов. Но в фантастике, в научной фантастике, данные о множестве заселенных планет существовали уже многие столетия. А если мы берем, откуда эта фантастика бралась, то, по сути дела, эта фантастика восходила к неким старинным эзотерическим, оккультным и другим знаниям, которые в конце концов восходили к ведическим знаниям. Например, теория панспермии, которая как бы также считается одной из, ну, правда, непопулярных, но все равно одной из недавних научных таких теорий. Но Джордано Бруно именно об этом и говорил. Джордано Бруно говорил и о том, что вращается Земля вокруг Солнца, и о множестве других солнечных систем, часть из которых заселена, многие из которых заселены, и как бы во многих из которых есть цивилизации, как мы бы сказали, демонов, других богов, какие-то сродни аду, какие-то более комфортные, как бы сказали, райские условия. Все это было известно реально в древности. И знания обо всем этом и закладывались в символику. И знания, по сути дела, если реально правильно относиться к древней символике, из нее можно вытаскивать древние знания
и давать потом ученым как бы задание: проверьте-ка это направление. И некоторые из древних знаний, которые в древности просто передавались как древнее знание, сейчас, соединив с современными научными возможностями проверки, можно возвести в практическую науку, в плоскость практического применения. Понимаете, к чему я веду? Понимаете, что это все реально, этим всем можно заняться, и от этого можно получить реальные плоды в этой жизни даже. Ну, поскольку, если вы не согласны, сами проверьте. По сути дела, основные направления знаний, которые как бы сейчас ученые открывают, они именно не открывают, а подтверждают. Как и в отношении экзопланет, как и в отношении атомов, как и в отношении вращающейся Земли вокруг Солнца и гелиоцентрической Солнечной системы. Все это было известно древним, все это есть в ведических текстах, все это есть в мифологии Египта, это есть в Велесовой книге, это есть в текстах Шумера, это есть в индийских ведах. Да, христиане пытались навязать теорию, что, соответственно, Земля — это некий островок, сверху трон Иеговы, и Солнце там ходит из одной горки в другую, или вокруг трона Иеговы, или как-то так. Но как бы христианство как бы не трогай. Это отдельная история. А что касается ведических знаний, то ни одно, вот понимаете, вообще ни одно из древних ведических знаний до сих пор не опровергнуто современной наукой. Но многие из них именно подтверждаются. Конечно, можно и ведические знания пытаться исказить, но при правильном понимании ведических знаний и правильном их воссоединении с практической частью в лице современной науки как раз все взаимоподтверждается. И с одной стороны, сверяя нынешнюю науку с ведическими знаниями, мы можем проверять, чтобы нынешняя наука не заходила ни в какие тупиковые направления. С другой стороны, мы можем прямо о науке и говорить, куда следует обратить свой взор, ну и, соответственно, дальше, чтобы они открывали именно реально действующие знания. Можно ускорить цивилизацию колоссально, но для этого нужна ваша помощь. Я не могу потянуть на себе все. Даже проект по мистической Одессе, как его назвал Леонид Кубицкий, и я рад, что есть, по крайней мере, с кем об этом проекте говорить, поскольку, например, у Леонида аудитория в социальных сетях, несмотря при некой экстравагантности его образа, его деятельности и всего, но она приблизительно такая же, как и моя эта аудитория, по количеству я имею в виду. И, соответственно, для меня он важен как один из союзников, и если кому он не нравится, вы считаете, что вы лучше, я скажу, нет, вы хуже, потому что он присоединился к этой полезной и нужной идее, а вы нет. Если вы считаете, что вы лучше, присоединяйтесь. Приложите усилия в нужном направлении. Присоединяйтесь, докажите, как бы, что вы лучше. Или просто присоединяйтесь из понимания, что это нужное дело. Неважно тут уже, кто лучше, это мы делаем все для самих же себя, для нашего будущего. Чтобы нам через, допустим, пару лет не сказали, что на самом деле ничего не было, цивилизации только там 200 лет, а раньше здесь мамонты какие-то ходили с дикобразами под ручку. Вот чтобы этого всего не смогли сказать, или если и сказали, то чтобы нормальные это люди знали, что это ложь, нужно как раз и сохранять древние знания и приумножать понимание и практическое изучение этих знаний. А дальше многим из лжецов и самим не захочется искажать. Они поймут, что наше направление выгодней для них же, для их детей, для их будущего. Но нам это направление нужно создавать. А пока, по сути дела, я один. Несмотря на то, что эпизодически мне, так или иначе, некоторые праведные люди помогают. Кто как. Несколько человек помогает делиться моими видеозаписями в соцсетях. Некоторые еще кто чем может. Но, по сути дела, это единицы. И ни из кого из них требовать, чтобы они мне делали все. И как раз я понимаю, что и так помогают, и хорошо. Поэтому как бы проявите свою осознанность и так или иначе подключитесь хоть как-то.
поскольку нужно все, нужно реально все. Любое направление, в котором вы можете принести пользу, финансовую, техническую, информационную, просто чисто человеческую, пройтись совместно, и если я что-то пропущу, подсказывать, что вот еще это нужно сфотографировать. Или изучать материалы по доступным в интернете или по доступным в библиотеках. Все это нужно. Я один все это потянуть не могу. Успехов вам и осознанности. Слава истине и свету. Слава Ра. Многие преподаватели говорят о важности осознанности, о важности понимания жизни здесь и сейчас. Вот, допустим, все вы ходите по городу Одессы. Кто из вас скажет, на каком здании присутствует данный барельеф? Рядом. Гостиница. Гостиница, именно так. А как вы думаете, кто здесь изображен? Или вы думаете, что здесь вообще никто не изображен, просто символик? Кто думает, что просто символик? Просто символик. Простого ничего не было. Правильно. Нет, два глаза. Пока можете, в принципе, рассмотреть. Итак, поймите, что просто на домах никто ничего не изображал. Максимум, что изображали уже неосознанно, но повторяя старинные какие-то прототипы. В большом количестве на многих зданиях в Одессе присутствуют изображения, которые сейчас соотносятся с изображением Гермеса. Кто такой Гермес, знаете? Бог Земли? Нет. Совсем не Бог Земли. А Бог знаний, Бог мудрости, древнее имя которого Хермес Трисмегаст. В современной славяноязычной транскрипции его называют Гермес Трисмегист. Это одно из пониманий, одно из греческих пониманий Бога Солнца. Конечно, может быть, те, кто конкретно изображали это на этом здании, уже и не понимали все, то передайте, если интересно. Может быть, они уже и не понимали значение, что изображено, но тем не менее они следовали древним прототипам. Допустим, на Одесском краеведческом музее под окнами вот это изображение великой богини, матери славы, присутствует под окнами на Одесском краеведческом музее. По своей символике это изображение аналогично тем, которые присутствуют на древних стулах в Львовском этнографическом музее, на других древних предметах. В принципе, на одной из современных даже монет наших изобразили Матерь Славу в дань скифской культуре. То есть реально на многих предметах, которые нас окружают, на зданиях есть лики богов, фигуры богов, те или иные знаки. Есть прямые звезды, есть перевернутые звезды, есть шестиконечные звезды. И все это тоже нас окружает. Вы прекрасно понимаете, как символика влияет. Мы ходим по городу, большинство людей, они там с работы в аптеку, с аптеки в магазин, с магазина домой, заснуть, там может с кем-то что-то сделать перед сном, и все. А когда я проходился недавно по городу специально, чтобы заснимать то, что изображено на домах, а как правило это второй, третий этаж. По дороге, когда я стоял перед светофором, я заметил котенка, который сидел перед машиной. И вот котенок сидит перед машиной, лижет себе там что-то. Водитель начал заводить машину, котенок испугался и побежал. В этом символе мне как бы понимается то, как живут современные люди. Вот котенок как? Он сидит перед машиной, он не знает, что такое машина, он не знает, как она работает. Он сидит, а тут звук, и он испугался, побежал. В большинстве своем так и современные люди, они не придают значения, где они живут, что их окружает. Они не придают значения культуре своих предков. Они не придают значения именно знаниям и реальным достижениям своих предков. А это важно, это наша основа. Помнит ли вас из вас кто-нибудь, что говорил Ньютон, когда его хвалили? Никто не помнит. Когда Ньютона называли самым далеко смотрящим человеком, самым широко образованным человеком,
Он говорил, что, может быть, я и вижу дальше всех, только потому, что я стою на плечах гигантов. Гигантами он в данном смысле имел в виду ученых прошлого. Декарт также брал свои знания из ведических и оккультных масонских знаний Европы. Меркатор, тот, который создал современную картографическую проекцию, также. То есть, по сути дела, все реально действующие знания прямо или косвенно заимствованы из веды. Спасибо большое. Поэтому я сообщаю, что в ближайшее время мы планируем снимать материалы про значение символики, которая присутствует на домах в Одессе. Кто из вас интересуется, кто хочет так или иначе подключиться, поучаствовать, рассказать, что вы знаете об этих зданиях, об их истории, о том, кто их строил и с каким настроением, ну, с какими мыслями, с какими идеями. Вообще, кто из вас что полезным есть поделиться, прошу этим делиться. Ну, можно и другими способами поучаствовать. Для того, чтобы качественно сделать фильм про это нужны и люди, которые будут нам помогать, нужны и средства на технику, и много чего другого. Поэтому у кого есть какая готовность поучаствовать в правильном деле, это всегда приветствуется. Вообще, мы думаем этот проект запустить на телевидении. Ну, позднее, то есть, да. Мы двое ведущих. Там нужно еще команду набрать, нужны гримеры, нужны профессиональные, ну, операторы, умеющие все это отснять красиво. Это на память все знает, словах скажу. Это хорошо, память. Нужны люди, которые умеют монтировать видео, тоже будут привлекаться актеры для реконструкции тех или иных исторических событий, нужны люди по спецэффектам, и я думаю, что этот проект, он перспективен, он много рейтинговый, поскольку такие подобные проекты, как «Битва экстрасенсов», «СТБ», «Мистичные истории», они всегда прибыльны, они всегда притягивают людей. Люди постоянно хотят заглянуть в что-то темное, в эту глубину.